Жители курорта смогут получить бесплатную консультацию узких специалистов – терапевта, невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, онколога, психиатра, нарколога и психолога. Также будут проводиться экспресс-обследования. Каждый участник мероприятия получит лист с результатами, а также рекомендации по вопросам ведения здорового образа жизни, правильного питания, физической активности, необходимости соблюдения режима дня, профилактики гриппа и влияния стресса на организм. День здоровья пройдет с 9 до 13 часов по адресу улица Крепостная, 85.